Добрый день, меня зовут Иван Андреев, и в этом докладе я расскажу об основах освещения. Для начала я бы хотел заметить, что если бы объекты были не освещены, то мы бы просто не могли их увидеть. Поэтому освещение является очень важным фактором как для трехмерной графики, так и для реального мира. Поэтому в этом докладе мы рассмотрим основы освещения, рассмотрим, какие используются источники освещения, то есть какие типы источников освещения. Также рассмотрим, как в компьютерной графике осуществляется закраска объектов в зависимости от их освещенности. Это плоская закраска, закраска по методу Гура и закраска по методу Фонга. Начнем с основ освещения. Результирующая интенсивность освещенности объекта рассчитывается как сумма трех компонентов освещенности. Первое — это фоновый свет. То есть для того, чтобы хоть как-то осветить объекты, считается, что по всей сцене рассредоточен как бы фоновый свет. Следующий компонент — это рассеянный свет. Когда луч света падает на некоторый объект, он отражает его во все стороны, и таким образом получается рассеянный свет. Последний компонент — это зеркальный свет. Это блики, которые мы можем увидеть на зеркальных блестящих поверхностях, ну, например, на металле или, допустим, на воде. Если сложить все эти три компонента, то получится результирующая освещенность объекта. Рассмотрим каждую из этих компонентов по отдельности. Первое — это фоновый свет. Фоновая составляющая освещенности будет равняться k at умножить на i at, где ka — это коэффициент фонового освещения, это свойство материала объекта воспринимать фоновое освещение. То есть разные объекты будут по-разному воспринимать фоновое освещение. Какие-то будут казаться более темными, а какие-то более светлыми. И ia — это интенсивность фонового освещения. Она одинаковая для всей сцены. Следующая компонента освещенности — это рассеянный свет. Для того, чтобы определить эту составляющую, мы воспользуемся следующей формулой. Рассеянная составляющая освещенности ID будет равняться KD на косинус от L и N умножить на ID, где KD — это коэффициент рассеянного освещения, это также свойство материала. ID — это интенсивность рассеянного освещения. И N и L — это вектора, которые обозначают нормаль к поверхности и направление к источнику света соответственно. Последняя составляющая суммарной освещенности объекта — это зеркальный свет. Для того, чтобы определить зеркальную составляющую освещенности, мы воспользуемся следующей формулой. ES будет равняться KS умножить на косинус степени альфа от R и V умножить на ES, где КС и альфа — это коэффициенты зеркального освещения и блеска. Это опять же свойство материала, причем эти свойства очень важные. С их помощью можно очень хорошо описать материал. То есть, например, задавая одни значения для этих свойств, мы получим, например, металл, который очень сильно блестит. Задавая другие значения, мы получим, например, дерево, которое практически не блестит. R и V здесь — это векторы направления отраженного луча и направления к наблюдателю. Теперь давайте рассмотрим, какие типы источников света встречаются в компьютерной графике. Первый тип источников света – это источник направленного света. Это такой источник света, который считается бесконечно удаленным точечным источником света, то есть, например, Солнце. Солнце находится очень далеко, и оно светит повсюду одинаково ярко, можно сказать. Все лучи считается, что распространяются параллельно, поскольку точка бесконечно удалена. И для такого случая можно определить суммарную освещенность объекта как сумму трех только что рассмотренных компонент. Следующий источник света — это точечный источник света.
Точечный источник света в компьютерной графике имеет определенные координаты. Хорошим примером точечного источника света является, например, лампочка. Свет от такого точечного источника распространяется равномерно во всех направлениях. Причем обычно считается, что свет затухает с расстоянием, причем обратно пропорционально квадрату расстояния. Таким образом, суммарная освещенность объекта будет определяться по формуле сумма всех трех компонентов, умноженная на некоторый коэффициент, который обратно пропорционален квадрату расстояния до источника света. Последний тип источников света, который мы рассмотрим, называется spotlight. Можно перевести это как прожектор. Spotlight имитирует реальные прожекторы. Луч света от них распространяется в определенном направлении. Так, если вспомнить обычный фонарик или прожектор, то свет от него будет распространяться в том направлении, в котором мы направим этот фонарик. Свет от спотлайта затухает с коэффициентом, обратно пропорциональным квадрату расстояния до источника. Также здесь вводится дополнительный коэффициент, который зависит от множества параметров. Теперь рассмотрим методы, при помощи которых в компьютерной графике закрашивается каждая поверхность объекта. Для того, чтобы вычислить освещенность каждой из поверхностей объекта, нам нужно определить нормаль к этой поверхности. Нормаль можно определить различными способами. Самый простой способ называется плоская закраска. Нормаль поверхности получается усреднением нормалей во всех вершинах. Ну и вся поверхность освещается в соответствии с полученной нормалью. Ну, очевидно, что этот метод самый быстрый, но он дает достаточно плохие результаты, и в последнее время он практически не используется. Также можно вычислить нормали и другими способами. Например, в закраске по методу Гуру делаются следующие операции. Вычисляются нормали в каждой вершине. Далее вычисляется освещенность в каждой вершине по формулам, которые были рассмотрены в предыдущих слайдах. Далее освещенность в каждой точке интерполируется в зависимости от значения освещенности в вершинах. Этот метод более сложный, чем плоская закраска, но работает он достаточно быстро, зато результатом такого метода являются смазанные блики. Для того, чтобы получить корректные блики, можно использовать следующий метод. Закраска по методу Фонга осуществляется при помощи следующих шагов. Вычисляются нормали в каждой вершине. Далее в каждой точке интерполируются нормали. И освещенность вычисляется уже в каждой точке в зависимости от интерполированных нормалей. Разница по сравнению с предыдущим методом здесь в том, что там интерполировалась освещенность, здесь же интерполируются нормали, и освещенность вычисляется уже более правильно. Ну и при закраске по методу Фонга получается достаточно четкий и красивый блик. Спасибо за внимание. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете написать мне по почте.